Точечное возведение зданий и несоблюдение градостроительных норм – одни из ключевых проблем строительной сферы. Именно эту тему обсуждали накануне в ходе конференции с участием главы Дагестана Сергея Меликова. Решить проблему поможет реализация программы «Комплексное развитие территории». Подробнее об этом рассказал президент гильдии строителей СКФО Али Шабанов. Как раз если мы сейчас будем по этому принципу пойти, по Дагестану, по строительному комплексу, да, это и есть решение вопросов, которые сталкиваются наше население. Уход от точечного строения, разгрузка городов, строительство новых домов на новых территориях, где будет инфраструктура, архитектурный вид и все, что там предусмотрено градостроительным кодексом, безопасная и комфортная жизнь для наших людей. Механизм комплексного развития территории применяется по всей стране, а в Дагестане лишь в Дербенте. Также о плюсах проекта рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Бахтияр Улаев. Этот механизм позволяет обелить нашу строительную отрасль, которая приведет к тому, что мы сможем контролировать финансовую деятельность строительных компаний, полностью переход на эскроу счета. Это приведет к тому, что у нас не будет обманутых дольщиков, задвоенные продажи и отклонения от разрешительной документации. И, безусловно, этот опыт надо масштабировать. И основным местом, где можно это применять, основным местом, где это необходимо применять, это, конечно, столица нашего города.